Киев, ночь с 11 на 12 августа 2017 года, с пятницы на субботу, перекресток Лобановского-Кировоградская, смертельное ДТП с участием пешехода. Вот, мужчина перебегал дорогу в непредусмотренном месте, к сожалению, скончался, попал под колеса сразу двух автомобилей. На месте работает патрульная полиция и оперативно-следственная группа. Отметим, надземный пешеходный переход находится буквально в 50 метрах, то есть можно было буквально за одну минуту до него дойти. Экстренное торможение. Он переехал себе и плавненько перестроился, припарковался. Как видим, по трупу переехал еще один автомобиль. К сожалению, мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте. Что? На проезжей части.